Оператор телеканала «Первый Мытищинский» Денис Петров стал героем репортажа, который московские школьники представят на суд жюри открытого конкурса «Медиатворчество. Хочу стать». Съемочная площадка была организована в Центральном парке городского округа Мытища на берегу реки Яузы. Как стать супероператором? Такова тема репортажа. Проект «Хочу стать» реализует детский телевизионный учебный центр. Таким образом, помогает молодым людям в возрасте от 10 до 18 лет, мечтающим о карьере в масс-медиа, выбрать одно из множества направлений. К слову, у мытищинских школьников также есть возможность попробовать себя в масс-медиа. Более того, с медиа-центром «Марфина» и молодежным медиа-центром редакция телеканала «Первый Мытищинский» сотрудничает не первый год.